Микрорайон Сходни, река Горетовка, два берега соединяет вот этот мост. Его несколько лет назад жители микрорайона возвели самостоятельно. По словам экспертной комиссии, делали это люди, знающие толк в строительстве. Конструкция установлена с соблюдением всех стандартов и норм безопасности. Средства людей ушли на возведение конструкции, на его содержание денег не осталось. С просьбой помочь жители микрорайона обратились в выездную администрацию. Заместитель главы городского округа Дмитрий Попов тут же прибыл на место. Вместе с депутатом Совета депутатов Александром Якушиным решили провести экспертизу, чтобы подключить городские ведомства к обслуживанию самостроя и ввести его в категорию муниципальной собственности. После проведения экспертизы будет принято решение, уже юридически обоснованное, о его использовании. Какие решения? Возможно, здесь какие-то конструкции немного можно будет укрепить еще. Мы не будем забегать вперед, но очень важно сказать твердо жителям, что ни в коем случае никакие бетонные конструкции сноситься не будут. Пусть люди не волнуются. Никогда администрация не пойдет против мнения жителей. Полностью завершить юридическое оформление моста планируют к сентябрю этого года. С момента перевода конструкции в муниципальную собственность его возьмут на баланс и будут обслуживать регулярно.